этих черепашек, блять, или как это получится? Вот теперь-то мы в эфире на канале УГЦ наконец-то. Потому что я на свой канал опять был настроен. Так вот, это. Я буквально вчера попробовал пройти первую часть этих Чип и Дейл, или вторую, не знаю какую. Я, значит, прошел без единой смерти до последнего босса. На последнем боссе слил 15 жизней, и на последней жизни я его кое-как убил. Блин, он же легкий. У меня проблемы с боссами, оказывается. Да, со всеми. Какой Чип и Дейл? Второй Чип и Дейл или какой Чип и Дейл? Первый. Первый? Или второй? По-моему, первый. А с кем дрался? Во втором-то как раз босс может потрепать с непривычки. Да, он жесткий там немного. Ну как немного жесткий. А в первой цели... А, нет, еще последняя самая, последний самый уровень, там была такая дорожка, которая бежала все время вперед, и там три противника, и нет ящиков. Вот там я тоже посливался чуть-чуть. Там вдвоем красота проходить. Та-дам-та-дам-та-дам. Ну, да. Тык-тык-тык-тык. Да, как индейцы так. Секунду, стой. Поволноваться, что ли, еще чуть-чуть. Ты куда там улыбнулся? Подавай, нестыкай, куда ты запустил? Я волнуюсь. Да что настолько волноваться-то? Или японщина, или что-нибудь более-менее? Че, уже у кого-то вполне там... возможно... This is Pac-Man Mass Madness. Mass Madness. Ну, может, на Соньку она нормальная. Лабиринтное безумие. О, я люблю лабиринтное безумие. Может быть, на Соньку-то она как раз и не нормальная. А, Андрюха, а ты будешь сейчас ее пробовать или тупо просто ты сейчас... Ну, ее для начала скачать надо, там же диск. Не исключено, что там 50 мегов всего или что-нибудь типа того. А вдруг она там совсем другого плана игра? Угу. Трехмерная, вон я вижу. Хотя бы видюшечку, может, стоить. А она диск будет где-то 500 метров, наверное, как минимум. Ну, 500 метров он скачает. За... Ну, да... Трехмерный Пакман? От первого лица еще скажи, или от третьего? Не-не-не, просто такой Пакман красивый. Как Бомбермен, ё-моё. От четвертого лица. А как бы было клево Пакман от третьего лица? От первого. От первого не то, не true, ты не поймешь. Хотя... Или что ты имеешь в виду, Пакман от третьего лица? От первого как раз самое true. Ага. Ты не видишь, где твои противники, пока не выйдешь с ним надо, лицом к лицу, да? Ага. И когда чавкаешь, у тебя глаза вверх-вниз бегают, вверх-вниз. То потолок, то пол, потолок-пол, да? Не, потолок вперед. Кстати, надпись надо поменять сверху над... Ну, это уже... Кстати, они же у него, по-моему, не на верхушке, они у него, по-моему, как у этого, как у голуби. С боков. Как у мопса по краям, ну. Ну что, что, чтобы иметь типа эти... Кстати, был какой-то, или есть, по-моему, даже в Steam, какой-то там типа Пакман от первого лица, только там такой, крепота какая-то. Я не помню, как называется. Крепота — это не клево. Нет, там вся соль в этом, что ты шугаешься этих врагов там. Ну суть та же, бегать где-то, точки эти собирать. Ну, от первого лица. Я вот не помню, как называлась она. Фолкнер, ты сам в состоянии записать себе игру в статистику? А я статистику тоже редактировать, что ли, могу? Все могут. Кто допущен. Ой, смотрите, Синдикейт на Сеге CD тоже можно вдвоем играть. Да, я же говорил, по-моему. Нет. Хотя нет, я про другое говорю. Я про SNES говорю. Для верности. Кстати, надпись 500 человек уже устарела, 501 надо писать. Я же говорил, 501 сервера на вывод. А, кстати, и в Ульфе там же и уровень был под Пакмана так сделан, там эти сокровища выставлены были. Вместо точек.
Ага, заебись. Первая же скачанная игра уже не запускается. Че, будет стрим-то по Пакману, не? Ну, сейчас будет, да. Ну, недолго, но чуть-чуть. Андрей XDev, обработчик видеозаписей. Денис Филатов, ленивая задница. Дэн, за что они тебя так? За то, что я сам попросил так написать. По собственному желанию, да. Все сугубо добровольно. Как есть, так написали. Да, кстати, как вот таблицу зайти, чтобы редактировать? Там она недалеко лежит от этого, от расписания. Статистика. Нет, так саму я ее вижу. Но... Так, чтобы ее редактировать. Ну как ее? Открываешь, редактируешь. Два раза на нее жмякни и все. Угу. Нифига она не открывается. Не может быть. У всех открывается, у тебя не открывается? Пашу ж мать. Она мне открывается как таблица для просмотра, но не так, чтобы редактировать. В смысле таблица для просмотра? Ты скачал что? Нет. Я вот когда в нее захожу, просто захожу. Я могу ее только просматривать, но не редактирую. Господа, я тут случайно сейчас залез в фак и читаю вот насчет допинг, пройти игру определенного вида спорта. Это устарело просто. Ага, то есть это уже не котируется. Да, пройти... А то я просто рестлинг прошел, я тоже думаю, что это рот. Ну да, это спорт. Ну, а как теперь допинг получить? Да так же. Все нет, так же, условия те же. Получается он так же, но он распространяется не на одну, именно вот, допустим, прошел футбол, тебе на следующий футбол, он распространяется потом на все спортивные игры. То есть у меня есть... Если с футбола за футбол, то шанс его использовать мизерный. Ну да, но я имею в виду, если я прошел рестлинг, значит у меня есть допинг? Да. А, у меня бонус есть! А он был сильно аркадный рестлинг-то этот? Они все сильно аркадные. Там надо было 9 человек пройти просто, и все. Они все аркадные игры. Ну, а что-то ВВФ, я помню, он такой... файтинговый. Да у тебя просто рука не набита. Там просто надо было пройти с одной жизнью, по-моему, или с двумя жизнями. С двумя жизнями, по-моему. Всех игроков, всех 9 человек. Я помню, это же ВВФ, ВВФ, да? Правильно было? Да, 3 игрока из этих 9, по-моему, надо было победить, не убив их, а просто вылезти из клетки надо было. То есть, типа, да. Мини-боссы, что ли. Как вы думаете, игра под названием «Третья мировая война» на двоих или на одного? Скорее на одного. А вот я тут запустил игру под названием Black Hole Assault, и я ни хрена не понимаю, что это. Что хуй из Black Hole Assault? Но коопа здесь явно нет. Black Hole Assault. Ибо это файтинг. В Вольфенштейне были призраки из Пакмана. Пишет нам пижама. Секундочку. Black...
Так, Brutal Bouncer, Black Hole Assault. Да, есть такой файтинг. Кстати, господа, вот кто там отвечает за ссылки? Почему ссылки на моей странице до сих пор нет? Я ссылку на вашу страничку тебе закинул. Значит, ты говоришь, Black Hole Assault нет, да? Когда там выбираешь мишен? I have learned. Ты, там нет выбора на одного или двоих, там играешь один и дерешься с Там, посмотрите, нормально все идет. Ух ты! Призраков каких-то показывают. Это не призраки, это летающие зубы. Это призраки Франкенштейна, ай-яй-яй, товарищи. Франкенштейн. Знают все, да, что Франкенштейна девочка написала? И чё? Ну что, оригинальная книга была написана девочкой, которой девочка? Было лет... Ну, ей было лет сколько там, по-моему, то ли 13, то ли 18, что-то такое. Ну, там, совсем... Ну, история такая, как бы, сказать, в то время была пугающая, и сейчас очень знаменитая. Написал, скажем так, ребенок. 18 уже не то, что вы ребенок. Ну, я не знаю точно, сколько ей лет было. Кто-то там... Так, почему Пакманов стало вдруг два? Это профессор Пакман. Третья мировая война. Пакман, это И профессора Спидли. Выберите сценарий. Третья мировая, холодная война, хаос. О, Скайнета там нету? Выберите страну. США, Россия, Япония. Кстати, уже именно Россия. А не СССР. Япония, Германия. Ой, Германия такая маленькая. Так, Чайна, Франция, Британия. Ты еще не видел какой-нибудь Лихтенштейн? Или там, что там еще? Зато маленький. Бразилия, ну, Африка, ну, Германия такая, она прям такая маленькая. Израиль, Саудовская Аравия. Мне кажется, это больше похоже на этот, на платформер. Сейчас начнется, посмотрим. Мне кажется, это платформер. Ну, давайте, да, давайте всех унижать за Россию. Это кто? Ты кто? Где кто? Тут мужик передо мной появился, и он не представляется. Это определенно, как бы, не Путин. И это определенно не Ельцин. А какого цвета Пакман? Вообще желтого. Андрюха, в игре он здесь тоже желтый? Ну, мисс Пакман точно желтая. То есть ты играешь сейчас желтым кругляшком, то есть желтком. Желток с глазками. Угу. Представь себе вот эту вот желтенькая такая вот эта вот таблеточка, вот эта, которая кислая. Да какого хрена происходит? Витаминка, а, что ли? Да, вот эта витаминка, только с глазками. Вот это есть, пап. Наркомания в чистом виде. Нет, блин, нафига это... Третья мировая война играла, и все равно нас нет. Это не... Вот таймгал есть. Это не платформер, это действительно Пакман 3D. Ну и как он? Ну, Стащит. Как сказать? Мне кажется, это довольно интересная игра должна быть. Думаешь? Угу. То, что я вижу, скажем... Зачитывайте чатик, а то он у меня не помещается вместе с эмулятором на это самое. Так ты бы его взял. Вас пишет, с каких пор в Пакмане можно останавливаться? Ну, блин, с тех пор, как он, видать, стал 3D. Блин, теперь не только останавливаться, наверное, можно. С тех пор, как на ножки поставили. Они все желтые, да, все желтки, блядь, поголовно. Они все витаминки. Они все наверное, надо прийти, Андрей, все пиццы, товарищи.
Они все кто? Пиццы. Пиццы? Пиццы. Не пицца вообще. Да нет, это, наверное, сама карта пицца, а это... Нет, родителям, прародителям Бэквена была пицца. А, ну это да, это я знаю, что... Ну вот, поэтому они все пиццы, без вариантов. А все знали, что если чуть-чуть поманипулировать с логотипом LG... А, понятно, что это за дерьмо. Если чуть-чуть манипулировать с логотипом LG, то появится Пакман. А друг, они... Пропустил. Все. Awesome. Ничего, вроде игрушка такая. Мне тоже прикалывает. Нормально так. Изометрический Пакман. Давай, еще две клеточки вперед. Паузет. А че, почему паузет? Еще давай, ой, отлично. Угу. Тут еще какие-то головоломки, типа. Не, Андрюха, все, назад не иди, вперед. Чекпоинт, однако. Двигай следующий. Угу. До конца, вперед двигай, до конца. Ярости. Жизнь. Экстра лайф, экстра хелс. И вон этого доктора Брауна бери. Я должен отправить вас назад в будущее. Нет. Я на ягодку попробую перепрыгнуть. Масштаб качает, наверное, Андрюха настраивает. Масштаб. А? Масштаб спрашивает, почему качает. В смысле, что масштаб качает? Ну ты, походу, ближе и дальше делаешь. А, ну да, есть что-то. Это вот сюда. Мне кажется, что самый дальний вариант более... Вот, самый дальний вариант. Да, самый дальний нормальный, потому что ты видишь больше, это как бы... Поможет. Видишь больше обзор и меньше... Да, обзор. Пикселей в низком разрешении. Надо скинуть, наверное, да. Ну ты какой. Йоу. Да, тут пишут скорее полигоны, а не пиксели, и, наверное, так оно и есть. Хотя шарики здесь выглядят как шарики. Так что насчет полигонов не знаю. Наверное, все-таки пиксели. Ну, полигоны времени. Полигонами, но пиксели здесь есть по умолчанию. Ну, назад же вернешься, ё-моё. Ё-моё, Андрюха. Как вы думаете, колесо фортуны? Одного из них. Кого-то там точно нет. Вдруг там парно надо проходить колесо фортуны. Каким образом? Слушай, а правда интересная игруха, смотри, всякие загадки. Прикольненько, мне нравится. Две головы лучше, чем одна. Я вот думаю, что мне с листком с паролями сделать с этого, блин, долбанного вара? Сжечь его или что? Сфотографируй и выстави в эти, в картинки, как этот, как его. Как трофей. Как трофей, да. И, типа, вот доказательство. Пусть будет. Вдруг он кому-то понадобится. Вот представь, после тебя выпадет... Оставить для потомства? Да, как, ну, кому-нибудь выпадет такая же херь. Хотя все равно сам должен будет потом подходить. Да. Иди, наверное, Друга, наверх, наверное. Все-таки здесь ты никак не пройдешь. А оттуда можно будет сюда выпрыгнуть назад. Так что тебе, наверное, потом все равно придется вернуться сюда. Да, вон, слева. Еще разок кастом стащить. Игра реально ничего, так можно поиграть. А? Напряжная, какой-то крэш с видом сверху.
Во, бля, это что такое? Это гузенила, похоже. Я так понимаю, что это мир Пакмана, да? Зачем здесь мумия продолговатая? Они должны же просто шар делать для мумии. Понятно. Ой, меня зажали. А, нет. Зажали или нет? Сейчас тебя съедят. Пока ты разговариваешь, ты в безопасности. Не останавливайтесь, разговаривайте на любые темы. Спроси, как долго его усы выросли. Как долго времени им понадобилось, чтобы усы отрастить. А, убежал. Какие-то переключатели, блядь. Ломикс. Так когда продолжение кролика Роджера? О, бля, больная тема. На мозоль не наступайте. Так что там завтра будет батл или не будет? Будет. Насчет кролика. То есть вместо фриплея. Вечерком. Ну, в принципе, да, если никто не против. Я знаю, мистер Лоббитс против. Хочет тащить Роджера. Не-не-не, у меня просто сейчас эти выходные очень напряженные рабочие, скажем так, дни. И... Лишний удар по нервам, ничего, да? Не то, что удар по нервам, но просто времени нет, знаете. А зря ты сейчас это сделал, ты там один, по-моему, пропустил шарик. Не страшно. Не страшно? Не обязательно все собирать? Мне кажется, нет. Понятно, Лоло. Нет, не Лоло. Вверху же счетчик, по-любому все надо. Счетчик, я не вижу счетчик. Ну и чё там, Грей, есть чё? Грей, есть чё? Грей... Не, я здесь. Я играю в игру Bouncers. Ну и чё? Это такая очень альтернативная разновидность баскетбола. Очень альтернативная. Ну, ты мне лучше скажи, коп там есть? Нет, там коопа. Там... Алёва, что ты делаешь? Ты играешь... Короче говоря, там играющий и мячик — это одно и то же. Ну, то есть ты играешь мячом? Ты играешь таким шариком на ножках, и задача запрыгнуть в кольцо противника. Колобок? Колобок, колобок. С глазами и снизу. Колобка вон сейчас играет. На попу там... А нельзя вдвоем против компьютера? Нет, там один на один. А, то есть либо один против компьютера, либо один на один, да? Да. Хреново. Я поиграл. И полоски пошли. Так, Dungeon of Horror не запускает. Какого хрена он у меня не запускает эти... некоторые образы? Он запускает их как аудиосиди, скотина. А, может... А формат тот? BIOS. Винкуе. Некоторые запускают, а некоторые нет. Какого хрена? BIOS. У меня все BIOS'ы прописаны. Ну, там могут, там же этот, могут BIOS отличаться. У меня Шелнар тоже не сразу запустил. Да-да, кстати, Андрюха, смотри, сверху счетчик. Мне надо 393 шарика собрать. Это, я так понимаю, это ее дети? Просто дети собирают. Это не дети, это братва. Она жрет собственных детей? Нет. Вдруг опять одну пропустил.
Так, завершено. А теперь пропустят ли тебя? Ну, надо это самое. На бонус не протащил там. Да, то есть это тупо от бонуса. Это не... Нажмите Х для континента. Господа, кто-нибудь сталкивался с... One percent. Поздравляю. Че там такое? Ой, что там на тарахте так? 1%. Так. Тип 100 уровней в игре? Не факт. Не, не факт. Ну, замечательно, в этой игре можно отмутузить какого-то Игоря. На фоне собора Василия Блаженного? Угу. Причем он там и волка на фоне Василия Блаженного гасит, и Игоря. Меня смущает, что есть еще одна игра с таким же названием. У меня нет скриншота. Есть еще одна игра? С таким же названием. А Спектрум с таким же названием? Угу. Ну, не скриншот, но я скачаю, посмотрю, что. Если ты найдешь, если ты проверишь оба варианта, как бы в этих ситуациях правила позволяют выбрать любую из них, какая тебе больше понравится. Если у них нет различий в названиях. Вообще нет, только в издателе. И в годе выпуска. Тогда любую. Да, на компьютерах такие инциденты случаются. Ромов от этого, блин. Под грязи. Ну, как интересно. А в колесе фортуны, походу, ну, второй геймпад, что ли, чтобы выбрать игрока или что? А вторым геймпадом это будет всего лишь второй игрок. Все херня, да. Ты мне там скажи, как ты принципиально можешь себе представить кого-то в колесе фортуны? Как кто хочет стать миллионером, играют, пары приходят и все играют. А, вот так. Wild Woody. Чё? Wild Woody. Игра про карандашик. Клёво. Клёво говорю. Играть за карандашик? Да, так. Так. Я думал, тут это самое, подъем. Что-то так. Тут даже зомбаки есть, ты видел? Или там умные. А прыгать там можно? Неа. По крайней мере, пока я не могу прыгать. А это был фараон. Это что интересно за штуки, они, наверное, меня убивают. Ой!
Ой, в игре про эту Вуди можно ай! Жопой что-то стирать. Блин, она меня бомбанула. Че я могу жопу стереть? Кого я могу жопу стереть? Где у меня лайфбар вообще? Вот эта вот полоска-то зеленая слева. Я прыгаю на врагов и стираю их задницей. Мне интересно, Андрюха, а что за таблетки в воде плавают? Какие таблетки? Тут с прорезью посередине. Все это в кувшинке. Все, что плавает там, где-то, ну, происходит где-то, это все бэкграунд простой. У меня вот... вы знаете, зачем на таблетке эта прорезь посередине? Зачем? Чтобы ломать. Нет, чтобы легче можно было отверткой в попу вкручивать. Если ребенок не хочет таблетку есть. Он сейчас на меня выбежит. Винг командор. Геймплей на одного. Скриншот, по крайней мере. И футбол тоже на одного, походу. Да? А вместе там нельзя играть против компьютера? Надо. Че? Надо было схавать сырконожку, ну да, надо было. Пижама пока. Давай, это самое... Ну, надумывай, когда будешь начинать челлендж, заранее говори. Потому что в футболе я что-то там находил, где можно переключать геймпады. За кого играть? Только я не помню, я там находил что-то типа турнира или еще какой-то фигни. Потому что если никаких там турниров и так далее нету, то в принципе достаточно один матч победить и все. Ну вот здесь, когда я выбил сезон в НФЛе, ну вот. Или это не сезон. Короче, один хрен. Тут второго игрока выбираешь, он тебя сбрасывает, его сбрасывают в другую команду, и в принципе ты ничего с ним сделать не можешь. Короче, ну, хрен не открылось. Ты принудительно на одного, что ли? А если вдвоем, то... Друг против друга. Печалька. Вид командерс точно теперь на одного. Так, NFL, говоришь... того, да? Угу. Джо, блин, Джо Монтана футбол. NFL. То, что ты мне скидывал. Ну, я и говорю, NFL футбол. Ну да. Остался колледж футбол, Dungeon Explorer и BC Racers. Вот BC Racers, я помню, там в опциях можно выбрать типа два игрока. Но я так и не понял, что, ну, что меняется. Скучный Пакмен. Ну, пока скучно. Блин. Блин, блин! Она меня жрет! Она меня жрет! Я потерял управление. В принципе, там можно вернуть, сердечко взять.
Скучный, может быть, скучный, да. Underdog. Блин, хавки нету. Эй! Чё, говорит? Вроде World прикольно. Cup USA 94. Че прикольно, мне даже это самое... Геймпад другой не понадобится. Да куда я? А и куда я? Я до сих пор продолжаю играть на том же геймпаде. Тут только крестик задействован и это самое приближение, удаление экрана. Пока что ничего не задействовано больше. Так. Чё у нас за 50-70 делать? Ничего. Чё говоришь? Atari джойстик за самохисен. У меня есть Atari джойстик. Только надо переходник ещё взять самое, чтобы... Опс. Еще попасть надо. Так. Блин, надо блок питания для Атарки купить и постримить. Yeah, cool. А Атари какой? Какая она? 2600. ВВФ. Rage in the cage. Ну уж в этой, в рестлинге-то я думаю, можно вдвоем играть? Ну, может быть, как бы за одну команду, да. А что такое вообще кейдж? Что это такое вообще? Кейдж. Who is Cage? В смысле Кейдж? Кейдж. Ну, Николас Кейдж есть такое, что. Слово Кейдж, как перевод. Клетка. А что там в рестлинге? Там есть Кейдж матч. Турнир. Бой в клетке это, наверное. Ну тогда. Ты, блин, какого хрена? А, вот да. Один игрок, два игрока. Че, Андрюха напрягает, да? Да не особо, но. Я просто это самое. Он через портал тоже прошел на меня. Жирный негрила, которого зовут Камала. Уганда, Африка. Да я, блин. Так куда? Undertaker. Так, сейчас я пройду этот уровень и закончу на сегодня. Брэд Харт, это хорошо. А танка. Танка был такой боец, да. Все, что это? Весь список? Нет. А их обычно много не делают таких. Я не знаю, какая платформа играет. Да? Big Boss Man, секси. А, там должен побольше, я думаю. Че там дальше? Nasty Boy. Да чтоб тебя. Нопс. Нопс, наверное. Nasty Boy Нопс. Че-то, Андрюха, у тебя целкости совсем нету. Она быстро сам проезжает. Nasty Boy Sucks. Рик Мартл. Рик Мартл. Шон Майклс. Шон Майклс, да. И Кадзуна. Кадзуна это что, хорошо.
Кстати, помер уже тоже. Да, и сколько уже померло, много. Не, ну он молодым. О, бам-бам бегал. Тоже отличный боец был. Блин, когда надо, не попал. А, фу, я думал, ты сейчас упадешь. Так, а и что? А, теперь в другую сторону прыгать надо. Лекс Лагер, ну. Бля, что по башке получишь, Андрюха? Надо второй раз ударить. Я думаю. Сейчас остановился. Рэнди Саваш. Рэнди Дикарь, да, был такой. Кстати, тоже помер. Мистер Перфект. Угу. Есть какой. Да чтоб тебя. А вот все, и по новой пошли. Краш. Не, ну, неплохой список, скажу так. Плохо, да, конечно, тебя. Скажу, середина 90-х где-то. Плохо, что нет таких, как, скажем, Халк Хоган, Стинг. Майклс. Нет. Ну вот, да, вот тут есть многих. Походу. Вот я помечу, как что проверю. Для верности. Ура, какая-то неплохая игра. Блин, вот везет людям, кому-то Роджер попадает, а кому-то вот такая приятная аркадная, блин, штука. Ну так это как бы, ну ты понял, да? Ну конечно. Это как бы... Жил я еще таких игр. Это как бы далеко-далеко, это вот там как ты, только в обратную сторону. С другой стороны. Ох ты, блядь, вот это он тебя с вертухи-то уработал. Так. Да, один раз вправо и два раза вверх. Думаешь? Да, потом возвращаешь там? Бомбу назад и бомбу туда двигать надо. Грей, точно. Во. Дай! А-а-а! Опять вертуха. Нет, Грей, нет. Беги, кучерявый. Сдохни на бомбе. Попросил сдохнуть там, он и сдох. Видать, не понял, кого ты просил. Не, ну блин, прикольно. И как бы побегать, и головоломочки такие небольшие, интересные. Она надоедет быстро. На самом деле. Это шпак. Не знаю, мне нравится. Самое главное, не надо задрачиваться одно и то же делать. А ходишь потихонечку вон там. Не знаю, мне кружишь показался нормально. Чё там Бас пишет, вроде уровней. Я вот как раз сейчас хотел сколько глянуть. Сколько уровней? Около 30. Давай. Я уже посмотрел на псину, которая пинает мяч. Ха-ха, да, смешно, псина пинает мяч. Давай дальше. Что? Music by Scorpions? И впрямь. No pain, no gain, определенно. А, Андрюха, в этой игре, насколько я понял, есть мультиплеер до 4 игроков. Посмотри, кстати, в ней коп есть. Заодно. Сейчас, когда засейвлюсь, выйду. Мультиплеер вот есть, не знаю, что такое коп. Ну, типа кооперативное совместное прохождение. А мультиплеер это разве не... Нет, мультиплеер это друг против друга. Тут просто все по-английски, а я в английском нихуя не понимаю. Она вышла в 2000 году. Ты как-то язык-то выбрать можно? Язык как родители выбирают. Да нет, я в игре пытаюсь выбрать язык, я просто дальше экрана выбора языка не могу идти, он мне не дает. Что там такое под названием Music by Scorpions?
А, это этот, в этом была. Ой, я понял, что я забыл. Господа, я вам прочитаю фразу, переведите. Подожди. First to hold 50 pack dots wins. Получается, надо выиграть 50 уровней. Тогда в этой игре не 30, а 50 уровней. Что еще раз? First to hold 50 pack dots wins. Первое слово я не понял. Выигрывает тот, кто типа первым соберет 50 этих, 50 пакточек. Тогда это для мультиплеер. Так, а сколько это всего уровней? Что-то я ни хера не понимаю, что в этой игре надо делать. Типа это, типа... Как тут играть-то? Кстати, у игры очень большие рейтинги везде. Еще будет шпам. Андрей, ты мне лучше скажи, там что-нибудь что-то нарыл, нет? Ну, у меня вот еще три игры, они не запускаются. Фьюженом, сейчас я попробую запустить Альянс. Ты какого хрена? Переиздавали, я так понял, ее на PlayStation 2, Xbox. Так, он теперь совсем сдох или нет? Он может не совсем сдохнуть? Ну, как в Пакмане возрождается же. Так. Понял. Точно, точно. У меня уже хп нету. Кстати, игры, вот тебе еще три игры на проверку, на всякий случай я дальше синдикейт добавил для верности. Андрюха, если тебе это поможет, я нашел, по-моему, немецкую версию этой игры. Зачем? Не нужно. Не надо, да? Там я увидел, что там можно выбрать двоих, но это как бы не показать. Лучше проверить. Нет возможности проверить. Я в онлайн-эмуляторе все это делаю, а в онлайн-эмуляторе нельзя играть вдвоем. Увы. В принципе, так все летит. Нету здесь полка. О, смотри, все собрал. Нету? Да, нету. Итого 138 игр на Sega CD. Из которых 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 игр сто пудов с копом. 4%. 10 игр на Sega CD, да плюс 7 32x, мы получаем 17 замечательных игр, которые можно смело к Мегадрайву добавлять. Так-то да. Но тут еще до хрена вообще не проверено. Вообще не проверено. Ну, модель-то попроще, сейчас посмотрим. Ай! Ты
ты играешь, это классический, классическая мисс Пакман? Да. Это типа так надо? Нет, это просто режим. Сейчас пишет один бас. Такое ощущение, что зрителей вообще не осталось. Так, может быть, и не осталось. 23 человека, почему не осталось? Нет, разделить не хотим, блядь, даже так. Как же скипнуть теперь? А, ну это и мы смотрим, кстати, тоже. Во-во. Сами себя и смотрим, не смеяться. Вы меня смотрите? Чего вы сами себя-то смотрите? На меня смотрите? То есть, я играю. Так, что у нас тут еще есть? Можно загрузиться, это хорошо. Options, Classic, Multiplayer. Choice Map и Random Map. Что это за игра? Мисс Пакман. Ай, Сереж, это не то. Вот. Понятно. Мисс Пакман Maze Madness. А вот я сейчас всех удивлю тем, что я ни разу в этом не играл. Ты ни разу в жизни не играл ни в какого Пакмана? Нет. Я много об этом слышала, но ни разу не играл. Так, ну а там что происходит, конечно. Что такое? Так. Как-то так. Что ты надо делать? Ну, головоломки. Наверное, тебе весело играть в это. Ну, на самом деле, неплохая игра. Просто желток бегает по карте, собирает... Короче, вот это какой-то бред. Это мне напоминает Трога. Ну, да. Только на самом деле это Трог напоминает Трога. Да? Потому что первой игрой такого жанра был как раз тот. Мне обещал Трога скачать, кстати. Или он везде виснет? Да нет, Несовый не виснет, наверное. Аркадный, возможно, не виснет. Андрюха, ты женщина с цифрой 1 на голове? Наверное. Что значит наверное? Наверное, я сам не понял. Ну да. Может, какой-то ад происходит. Да, я это сам первым персонажем. Короче, не хочу я в это играть. Значит, не хочу. Давай поменяемся. Лучше компанию пройти. Я думал, ты вообще не хочешь. Ты что хотел пройти? Не, я просто это самое. Я имею в виду, вот этот вот мультиплеер мне не нравится. Мультиплеер, режим на четверых сыграл. Да. Ну что ж, посмотрим, что у меня выкинул ОБС, да ничего не выкинул, все нормально, даже ни одного провала не было. 50 минуток постримил, надо идти ложиться спать. Хватит на сегодня. Не, ну мисс Пэкман, это Вин. Ну, это Вин, да, это... По-любому просто. Вы кубок уже взяли? Наверное, это изи, это... Ух ты, забрал это? Это будет... Это будет за 2 стрима пройдется. Да не, за 2 стрима может не пройдется, но это ло-ло-ло. Да, это халявка. Будет что сейчас еще? Давайте. А если только кролик против? Ложитесь отдыхать тоже все. Да. Завтра пятница, перед выходными надо хорошо отдохнуть. Завтра у кого-то соревнования. Да. Я знаю такую самую поговорку, что выходные наступали быстрее, надо начинать пить в четверг. Оригинальная тантийская поговорка. Уже пробовал, нет? 100 раз. Ну и как? Нормально. Бухнешь в четверг, в пятницу так отработаешь на полкосарика и домой отдыхать. На полстопарика. На полкосарика, я сказал. Можно выходные ездить, а то потом не опомнишь, что неделю не спит. Я только вчера самый Кент мне звонил. Вспоминали, как мы мой день рождения отмечали 3 дня.
Я потом на работу не пошел в понедельник, а он пошел... У нас какой-то 12 дней или сколько там отличают, чё? Ага. Нормально. По-моему, в этом году что-то особенно длинное получается. Да ладно, по-моему, наоборот, обрезали, нет? Очень точно не знаю. Ладно. Товарищи зрители, всем спокойной ночи. Желаю всем приятных снов. Не забывайте нас, заходите еще. Будем вас ждать. Будем очень рады. Да. Ну, зрители.